мы рисуем площади и улицы. Парень гулял когда-то, Шереметьев град. Ложатся краски и легко рисуется. Творим мы города историю узнав. Не у каждого конкурса есть гимн, девиз и логотип. Конкурс детских рисунков «Рисую, храню, люблю», учрежденный Департаментом культуры и культурного наследия, исключение. Педагог клуба авторской песни «Дома детского творчества номер 3» Ирина Ржаных, вдохновившись любимым Ивановым, написала песню и назвала ее «Рисуем город». И теперь поет ее перед маленькими участниками конкурса. По мнению Ирины Викторовны, детей на создание красивых работ должны вдохновить слова песни и уроки краеведения, которые она дает перед каждым занятием кружка ИЗО. Песня уже записана в студии. По задумке организаторов конкурса, она будет открывать торжественную церемонию подведения итогов, которая состоится 18 апреля в Международный день охраны памятников и исторических мест. Я, ну и по настоящий момент еще продолжаю работать над текстом. То есть я, написав вот уже готовый текст, уже даже записав эту песню, я сейчас вот уже немножечко иначе проработала другие слова. То есть чуть-чуть изменю все равно, потому что, ну, не может быть человек, наверное, до конца быть удовлетворенным вот тем, что он создал. До 1 апреля мы принимаем заявки на участие в конкурсе. Конкурс проводится в двух номинациях. Первый – это «Край родной хорош весной, летом, осенью, зимой». То есть мы рисуем родной край в разные времена года. И второе – это наследие времен. То есть мы рисуем объекты культурного наследия нашего края.